Всем привет! Как вы догадались, сегодня мы снова копаем. И выбрали для этого мы этот замечательный лес. Сегодня мы поищем здесь. Что найдем, не знаю. Но будем пытаться. Ладно, путь, дорогу. Всем привет! Сегодня снова выбрались на кукурузные поля. Походим сегодня здесь. Очистили еще участок поля кукурузы. Поэтому будем ходить сегодня здесь. Посмотрим, ждет ли нас что сегодня. Хоть сегодня и рабочий день. Копатели на поле есть. Я уже вижу около двух человек. Плюс трактор. Поэтому копаем не в одиночестве. Ладно, вперед. Смотрим, что мы сегодня найдем. Два бегут. Наверное, нас не видят пока еще. Я сижу, они вроде меня пока не замечают. О, заметили. Стоят. Смотрят. Это же мясо. Шашлык бегает. Все. Решили от греха подальше убежать. Ладно, вперед. Наш коп продолжается. Хочу показать, тут был сильный ветер. Очень смысла не было снимать, ничего слышно не было. Сейчас покажу несколько находок, представляющих интерес. Вот вылезла какая-то древняя монетка. Я очищу, узнаю, что это такое, вам покажу. Так, потом, возможно, какая-то крестинка или что-нибудь. Вот это очень предположительно, что это буратос. Еще вылезла какая-то хрень золотая. Какой-то обломок накладки. Ну, естественно, понял, что шутка была, что золотая, позолоченная. Какое-то чудо. Вот. Сигналов не так много, но что-то есть, что-то лезет. Будем ходить копать. Что, вперед. Коп продолжается. А у нас снова какая-то старенькая монетка. Посмотрим, что на этот раз. Только это старина опять. Не могу ничего сказать, что это. Давайте сейчас посмотрим. Возможно, бураточек, возможно. Наверное, вот самое есть. Ладно. Продолжим наши поиски. Вот, наконец у нас и монитос. Я пока камеру доставал, она какой-то патинкой покрылась сразу же. Копеечка серебром в приличном состоянии. Довольно красивая. Что, отлично. Очень радуют такие находки, когда состояние приличное. Ладно, дальше. Коп наш продолжается, ветерок дует, прохладненько. А у нас приятный здоровый кругляк. Сигнал был 34. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Так, что его поддел. А, это Павел. Мой тезка. Две копеечки. Да, она уже такая. Две копейки. Павел первый. Ну, как хорошо. Красивая, хорошая находка. Ладно. По
Пойдем дальше. Что, настало время по традиции покопать сигнальчик как раз. Очень хороший сигнал выдался. Правда, он мне пока в минус показывает 37. 37, и он практически не меняется. Сейчас мы его посмотрим, что это будет. Так, о, земля как мягко копается. Так. Попробуем пином. Это, конечно, может быть и поясок от снаряда. Он так же сам звенит очень четко. Но мы будем надеяться на лучшее. Ну и что? А, блин. Ну, как всегда, хороший сигнал за собой скрывает тюбик какой-то от пасты, от крема. Ну, так что коп в онлайне нам находку не принес. Ну ладно, пошли мы дальше. Продолжаем наш коп на этих кукурузных обрубках. На самом деле сегодня снимать очень некомфортно. Очень сильный порывистый ветер, холодный. И вообще, очень неудобно снимать, поэтому все находки не показываю. Буду так. Вот у нас очередная вылезла монитосик. Я предполагаю, что это монитосик. Так, посмотрим, что это такое. Ладно, будем изучать, что интересное покажу. Так, хочу еще показать из последних, что находилось у меня. Вот такая вот пуговица с пупырышкой, с ушком. Потом вырезала еще одна пуговка, обломанная, но с каким-то, похоже, рисунком или гербом. Вот, да, вот там на пуговице квадратик, цветочек погибший. Это, по-моему, петровская полушка. Похоже, вылезла. Вон ковита. Не знаю, она такая в каком состоянии. Будет ли что видно или нет, не знаю. Ну что, будем ходить еще. Все, часика полтора походим. Скоро будет уже начинать смеркаться. Смотрим, может, что найдем. Я там все находки показывал в конце. Там приличное количество пуговиц попалось. И куча всякого шкуры. Ладно, вот такую выкопал яму. На дне этой ямы лежала вот такая вот находочка. Сакточка древнелатвийское украшение для сцепления одежды. Ладно, отлично. Пошли дальше. Где ветра выглянуло солнце. И сразу же мы что-то поймали. Высокий сигнал. Монета. Говне. Очищу, посмотрим, что это будет. Сейчас вы увидите, что это было. Залипшие. Ладно, идем дальше. Продолжается наш коп. Продолжаем искать находки. И вот у нас что-то такое интересное попалось. На что еще и серебряное похоже. Да, это интересная штука. Но, судя по всему, это всего лишь половина.
по металлу. Сейчас я скажу, как она звенела. Звенела 29. Ну. Да, жалко, что обломанная. Вон какая наградка. Вот ушко у нее сверху есть. Интересная вещичка. Ладно, идем дальше. Продолжается. Ветер поднялся сильный, холодный. Так, очень уютно копать, но ничего не делаешь. Вот у нас опять кругляш. Круглый предмет вывалился из земли. Но это, по-моему, блин, это не монета. Это злой обман, это обломок пуговицы. Я-то уже так порадовался, красиво лежал. Ладно. Ходим еще где-то час и будем собираться уже. Может, что еще достанем. Ветер бушует прям таки. У нас, похоже, находка. Сейчас будем доставать. Вон торчит. Сигнал был низкий. 10-12. Вот, начало симпатичное. Сейчас будем выковыривать. Что это такое? Что это у нас такое? Ух ты, это да. И вот это пуговка. Хрена себе. Красивая. Сухо, старая. Вот такой вид остался у нее. Ну да, здорово. Зачетная пуговка. Ладно, отлично. Пошли дальше. Ну что, мы постепенно двигаемся к завершению копа. Находки еще какие-то есть. Вылезла еще находочка. Наперсток. Зорчиком. Наперсток с зорчиком. Хорошо, сейчас почистим. Еще вылезла. Такая находка. Думаю, железо на самом интересном звенит. Звенит 17, но это какой-то пенис с сигналом 17, но это такие вещи любят находить потрошители и разыгрывать их в своих конкурсах. Ничего, если у него будет желание, я могу прислать. Ладно, продолжаем. Я уже возвращаюсь обратно, мне двигать в ту сторону где-то. Наверное, около километра. Вот. И у нас на выходе снова, похоже, это буратос. Так что буратосы есть не только у Силкина, но и у нас. Я в них, правда, ни хера не разбираюсь, но, наверное, это он. Так, здесь. Морда видна. Не знаю, о. Что, ладно. Продолжаем наш путь назад. Что, друзья, товарищи, закончил я на сегодня. Моя последняя находка, похоже, патрон от ППШ. Ржавый. Вот такие я не беру. Пускай тут стоит. Вот, находок сегодня было прилично. Вы сейчас все увидите, что удалось сегодня накопать. Что-то сверхъестественного, конечно, не нарыли, но какие-то интересные находочки были. Ладно. На это поле, может быть, еще заедем разок, другой. Вот. Все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока и до новых встреч.